Башавтотранс вошел в пятерку крупнейших транспортных предприятий России. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил генеральный директор Надир Самиев, который отчитался об итогах деятельности за 2022 год. Так, доходы Башавтотранса за прошлый год выросли на 3% и составили 5 миллиардов 600 миллионов рублей. При этом пятая часть этой суммы, а именно 1 миллиард 200 миллионов, это налоги в бюджеты разных уровней. Основная статья расходов – это заработная плата сотрудникам, всего 44%. На втором месте по объему издержек – приобретение топлива для перевозок – 20%. Амортизация автопарка – 17%, ремонт и содержание автобусов – 9%, расходы на автовокзальные услуги – 5%. Надир Самиев также поблагодарил руководство республики за финансирование обновления автобусов в парке предприятия. Второе. Планируем продолжить обновление подвижного состава в филиалах республики. Для этого совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства направлены заявки Минтранс России на приобретение 250 автобусов. Планируем продолжить работу по строительству общежития на 100 человек, завершить строительство газовой котельной в Октябрьском АТП и в рамках реализации инвестдоговора выполнить монтаж газовой заправки на территории Уфимского АТП. Также в руководстве Башавтотранса отметили, что за 5 лет доля использования терминалов безналичной оплаты проезда выросла до 87%. Ежедневно более 170 тысяч пассажиров республики пользуются картой «Алга».